Да, алло. Алло, помнишь про договоренность? Я же сказал, что не буду этого делать. Ты уверен, что можешь так просто уйти? Парни, может, не надо, может, обсудим все? У тебя было время, но ты мне воспользовался! Стой, стой! Где она? Пожалуйста. Где моя чертова сумка? Отвечай! Пожалуйста. Где моя чертова сумка? Где? Ха, а вот же она. Мы тебе давали шанс, но ты сделал неправильный выбор. Убирай его. Не надо! Дурак, что ли? Я сейчас тебя прирежу. Пошли! Какие планы на вечер? Может, в клуб сходим? Не, я сегодня всю ночь не спал, я не хочу. Ну, я так хочу. Ну, давай сходим. В какой? Ну, Монте-Кристо, к примеру. Мои подружки сегодня там будут, я точно должна быть там. Ну, это же один из самых дорогих клубов в Питере. Ну да, а ты что, не можешь сводить свою девушку в самый элитный клуб города? Могу. Ну вот отлично, а свадьба когда? Какая свадьба? Наша. Чья ж еще? Ну, я думал, мы должны друг друга чуть получше узнать. В смысле получше? Мы с тобой 3 года уже встречаемся. Ну, не 3, а 2 вообще-то. Вообще-то 3. Ты даже не знаешь, сколько мы вместе. Ты не любишь меня. Да подожди, ну стой, ну ты чего? Я правда тебя люблю. Хочешь, я тебе что-нибудь куплю? Что хочешь? Я хочу сумочку. Какую? Дольче. Я уже давно ее себе присмотрела. Я так хочу ее. Я буду самой лучшей, самой красивой с ней.
Хорошо, хорошо, ладно, окей. Мы купим тебе эту сумочку. Будешь самой модной в Унике. Спасибо, котик, я люблю тебя. Пойдем. Итак, друзья, тема нашей сегодняшней лекции – вера и религия в современном обществе, ее проявление и жестокость. Поднимите руки те, кому знакомо понятие «да, Анна». А? Не, я ничего не хотела. Между прочим, вы зря смеетесь. Вот вы, Август, к примеру, а во что верите вы? В Алису. В Алису? Да. Это что, какая-то новая религия? Это голосовой помощник. Так, ладно, друзья, на шутки нет времени. Нас ждет очень серьезная тема. Ребят, я хочу сказать, что религия, вера имеют очень большое значение. Без веры в наше время никуда. Все мы, каждый из нас, во что-то верим. Эй. И я сейчас вам очень легко могу это доказать. Ни для кого не секрет, что наша Земля круглая. Все мы это знаем. А кто-нибудь там был? Вы лично видели нашу планету с другой точки, скажем так? Разумеется, нет. Нам об этом сказали другие люди. И вот эту информацию мы как раз приняли, по сути, на веру, потому что доказать обратное или прямое вы уже не сможете. Хватит, не сейчас. Не были, сами не видели. Согласны? По сути, любая религия, любое вероисповедание основывается на том, чего человек не может доказать. Ой, котик, мне как-то скучно, не знаю, чем заняться. Может, сходим куда-нибудь? Да погнали, в клуб сходим. Давай, а в какой? Не знаю, найдем тусовку. В чем проблема? Думаю, с этим не будет проблем. Хорошо, я тогда возьму с собой подружку. Но ты ее знаешь, Машка. Маша это, которая со вторым размером? Все ты знаешь. А давай ты возьмешь с собой друга. Так, может быть, сходим втроем? Э? А, нет, я хочу, чтобы ты взял с собой друга. Ладно. Ой, подожди, только звони сейчас. Алло, привет, не мешаю? Алло, нет, все нормально, у меня перерыв 5 минут. Чем будешь заниматься завтра? Ну, завтра суббота, даже не знаю чем. Скажи, что мы пойдем в клуб. Надеюсь, ДЗ будешь делать? Нет, скорее всего, в клуб пойду. Погнали со мной, развеемся хоть. Когда ты уже этим заниматься перестанешь? Ну, я думаю, лет в 30 только. Так что, поехали, развеемся. Нет, ты же знаешь, я не люблю это. Ай, скучен ты, конечно. Ну, раз ты завтра занят, может, сегодня встретимся? А, кстати, прикольная идея. Я зайду к тебе после пар. Хорошо, если что, звони. Но так я дома, так что можешь просто постучать, я открою. Окей, договорились, брат. Ой, ладно, короче, я на пару брата бежал. Давай. Давай. Духа! Духа! Дух! Дух! Духа! Дух! Твою мать! Чё тут произошло-то?
говорю, что так просто не уйдешь. Что тут вообще произошло-то? Тох, что делать-то? Как так-то? Алло, это полиция? У меня друга убили. Адрес: Большевиков, 82, квартира 19. Пульса нет. Угу, жду. Здрасте, можно? Да-да, войдите. Жарко тут у вас. Да, есть такое. Извините. Да вам без нее даже лучше было. Давайте начнем. Mm-hmm. Виктория Олеговна Феофанова, следователь-стажер. Угу. Mm-hmm. Вас зовут? Шевченко Август Павлович. Какое необычное имя. Прописаны вы по адресу... Вы местный? Да-да, местный. Невский, 146, квартира 13. Записали? Записала. Ответьте мне на несколько важных вопросов. Я думаю, долго вас не задержу. Несколько свидетелей утверждают, что вы были в хороших отношениях с убитым. Это правда? Ну, мне сложно, конечно, об этом говорить. Мы с ним были лучшие друзья. Дружили с детства. Да что, даже наши родители дружили. Угу. А вы не замечали, может быть, в последнее время он себя как-то странно вел? Или, может, говорил, что у него появились враги? Нет, я бы узнал об этом первый. А девушка? У Антона Викторовича была? Нет, да он вообще не общительный был. Полная противоположность мне. Угу. У вас вообще какие-то улики есть? Я не могу разглашать подробности этого дела. Значит, у вас их нет. Я уже сказала, я не могу об этом разговаривать с посторонним человеком. Посторонним человеком? Я был ему лучшим другом! Я бы сделал для него все, что угодно! А вы говорите посторонним человеком? Не надо кричать! Я и так вас прекрасно слышу. Сядьте и спокойно отвечайте на мои вопросы. Да пошла ты со своими вопросами. Вы вообще-то ничего не делаете. Просто, блин, правоохранительный орган называется. Что ж, если вы не можете сами успокоиться, я предлагаю на сегодня закончить. Покиньте, пожалуйста, кабинет. С радостью. Август, к тебе Кристина пришла. Мам, я в комнате, пусть заходит. Проходи. Здрасте. Привет. Привет. Чем занимаешься? Да так, ничем. А ты хотел куда-то пригласить меня? Это сюрприз? Блин, я знаю, это сюрприз. А я так люблю от себя сюрпризы.
Что происходит? Да я просто не хочу. Я тогда пойду. Я думала, ты пригласишь меня куда-нибудь. Да нет, нет, ты останься. Нам надо поговорить. Я недостаточно красива для тебя? Ты хочешь расстаться, да? Ну почему ты постоянно только о себе говоришь? У меня трагедия, у меня друг умер. А ты постоянно только о себе говоришь. О себе и думаешь. Котик, прости, я ж не знала. Как это случилось? Я сам не знаю. Я, конечно, не очень поддерживаю людей, но я очень надеюсь, что все наладится у тебя. Тебе станет лучше. А теперь, может, сходим куда-нибудь? Нет, я хочу побыть один. Ну слушай, нам надо как-то провести время. Я же сказал, я хочу побыть один. Уходи. Раз так... Ну, напиши тогда, если что. Что это за крики были с твоей комнаты? Вы с этой Кристиной поругались? Да нет, все хорошо. Но я же слышала. Что происходит? Ты целыми днями сидишь в своей комнате. У тебя какие-то проблемы? Как учеба? С учебой все нормально. Тогда что случилось? Мам, присядь. Я слушаю. Это очень грустная новость. Так что если тебе станет плохо, ты сразу скажи «хорошо». Антон умер. Ты не шутишь? Какие шутки? Его больше нет. Прости, пожалуйста, я просто очень шокирована. Я не знаю, что сказать. Боже мой! Этого не может быть! Мы же растили его с самого детства. Он же нам как родной. Что же теперь будет? Как же я Гале об этом скажу? Ты обращался в полицию? Конечно. Но что они, эти идиоты, сделать-то могут? Они же как всегда. Я не могу в это поверить. Этого просто не может быть. Мой Антошенька. Он же такой хороший. Он же никому не мог причинить зла. Мам, тебе плохо? Давай скорую вызову, мам. Сейчас, скорую вызову. Сейчас. Алло, это скорая? Да, маме плохо. Привет. Представляешь, что случилось? Он позвал меня и выгнал. Я просто не знаю, что делать, реально. Я так хочу, чтобы он просто переключился на меня и не думал о своем друге. Я хочу, чтобы он купил мне сумочку Dior. Да в смысле, не буду я ее сама покупать. Он же богатый, популярный. Пусть он сам мне ее подарит. Да, согласна. Такой дурак он. Он думает только о тусовках, о своем друге и о своих родителях. Это все, что его волнует. Да, я с ним из-за денег. А ты как думала? Ой, если честно, он мне так настроение испортил. Я сейчас пойду на работу и давай попозже тебе перезвоню. Все, целую. Пока. Кто это с тобой сделал? Почему ты от меня это скрыл? А главное, зачем?
Я, конечно, обратился в полицию, но я уверен, что они ни хрена не будут делать. Ладно, Тох, мне пора уже идти, я... Мама переживает. Я тебе обещаю, что я найду того человека, кто с тобой это сделал. Я отомщу за тебя, Тох. Этот адрес везде. Что же ты делал в этом районе? Это же на грани Питера. Я думаю, чтобы узнать, что ты там делал, Тох, надо съездить туда. Европейский 18, корпус 2. Ага. Чем заниматься? Это все для нашего плана. Так босс сказал? Да, как только мы убьем нужных людей, достанем то, что нам нужно, мы сможем осуществить предназначение всей организации. Ты уверен, что босс нас не обманывает? Ты о чем? Просто, что если нас потом выкинут как котят? С чего ты взяла? Ты что, не веришь в нашего главаря? Я не знаю, но что-то мне подсказывает, что так и будет. Мы не сможем жить нормальной жизнью, купить себе дом, машину. Ты чё несёшь? Твои идеи глупы. Наши цели намного выше, чем твои тупые мысли. Кстати, где этот идиот? Который? Ну, который не смог поступить. Откуда они знают Тоху? Не знаю, я уже с неделю его не видела. Ладно, иди на задание. Здрасте, вы к кому? Добрый день. А я к вам в группу хочу вступить. Мальчик, у нас не группа, а более серьезная организация. Вали отсюда. Стой. Кто это? Чувак какой-то, говорит, что к нам хочет. Ну пускай заходит, нам нужны люди. Ты откуда про нас узнал? Так через отца. Он у вас в молодости, в группе был. Ладно, заходи. Знакомьтесь, новенький. Всем привет. Тебя как звать-то хоть? Давид. Плевать. Я Шрам. В организации уже давно. Много говорить не буду. Меньше знаешь, крепче спишь. На, держи тест. Это твое первое задание. Тест? Серьезно? Да. Мы же должны понимать, что ты не идиот. Ручку можно? Спасибо. Ваш пол мужской. Восприимчивы ли вы к оскорблениям и обидам? Я не восприимчив. Возникает ли у вас по окончании какой-либо работ? Нет, не возникает. Были ли вы в детстве таким же смелым, как ваши сверстники? Был самым смелым. Серьезный ли вы человек? Да. Часто ли вы находитесь во власти сильных внутренних порывов и убеждений? Нет. С
смогли бы вы без надобности зарезать скот или птицу? Нет, конечно, нет. Лгали ли вы когда-нибудь? Нет. Так, ваш личный адрес, номер телефона, номера соседей и родственников. Сейчас напишем. Тесты прошел. У нас есть 4 главных правила. Первое. Ты безукоризненно подчиняешься моим правилам. Второе. У нас есть вера, в которую мы все свято верим. И если я узнаю, что ты оскорбляешь нашу веру, тебе мало не покажется. Третье. Мы не заходим в закрытую комнату. И четвертое. Ты никому и никогда не рассказываешь о нашей организации. Тебе все ясно? Да. Отлично. Татушка, веди его в курс дела. Окей. Собрание закончено. Начнем со знакомства. Меня зовут Татушка. У меня не все так радужно, как у Шрама, но у меня вообще родителей нет. Когда мне было 7, они отправили меня в детдом. Собственно, там я и росла до 18. Я искала их, а они тупо бросили меня. Поэтому я и не хочу детей. Да, у меня за плечами аборт, но это и не важно. Потом я познакомилась с Шрамом. Он и привел меня сюда. Только никому не говори, мне нравится Шрам. Он клевый. Хорошо. Теперь я расскажу про нашу организацию. Она была основана 37 лет назад в Питере. С тех пор она носит название «Ассасины Дель Мунда», что означает главную цель нашей организации – захват власти. Убивать, конечно, никого из правительства мы не будем. Мы просто сделаем так, чтобы они выбрали нас сами. Так, что-то я заболталась. У нас также есть свой бог и своя вера. Хотя многие из нас атеисты. Забавно слышать, не правда ли? Ты, наверное, спросишь, почему они верят в нашего бога, но не верят в других. Нашего бога можно увидеть, поговорить с ним. Правда, я его никогда не видела, но настанет тот день, когда и ты, и я, и все остальные увидят Амадео. Почему это Амадео ваш бог? Амадео очень много сделал для нас. Амадео разделяет наши интересы. Амадео хороший. Ясно. А что вы обычно тут вообще делаете? О, это моя любимая часть рассказа. Амадео дает нам задания. За их выполнение он нас вознаграждает. А также у нас есть клевые коктейли. Это вот эти вот? Да, хочешь? Нет, спасибо. Они очень вкусные. Точно не хочешь? Не, ну, если так рекомендуешь, давай попробую. И правда вкусно. Я рада, что тебе понравилось. О, чуть не забыла. Шрам прислал себе первое задание. Ага. Твое первое задание. Езжай по адресу, который указан ниже. Там ты должен забрать коробку и доставить ее к нам. Но самое важное правило – не открывать ее. Если откроешь, и я лично с тобой расправлюсь. Шрам. Правда он забавный? Скинь мне свой номер, я тебе отправлю. Ну все, ты можешь идти. А что вообще дают, ну, за эти задания? Ой, помимо основной награды, которую мы держим в тайне, мы даем ребятам свои коктейли домой. Они их обожают, пьют каждый день.
Почему так голова кружится и гудит как-то? Не переживай, у меня тоже такое бывает, это переутомление называется. Ты выйдешь на свежий воздух, и все пройдет. Я провожу тебя. Пойдем. Да, пойдем. Проходи. Проспект Елизарова, 20. Алло, я на адресе. А где коробка лежит? Коробка находится за домом. Будь осторожен и не смей открывать ее. Окей, хорошо. Ты же понимаешь, что если бы тебя спалили, у нас были бы большие проблемы. Шрам. Коробка. Все, иди. Открывал? Как видишь, заклеено. Ладно, иди. У нас сегодня новенькая и информация по новому заданию. Угу. Интересно, что там, не правда? Мне тоже. Ты не была там ни разу? Нет, никто из участников нашей организации, кроме Шрама, там не был. Ладно, проходи, я тоже скоро подойду. Угу. Всем привет. 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 Проходи, присаживайся на диванчик. А что вы тут делаете? В смысле, что? Это вообще-то... Вообще-то это моя работа. Вот как вы тут оказались? Я вообще-то ищу убийцу друга, в отличие от вас, полиции. Я профессионал, а вы здесь только мешаете. Вообще, как вы нашли это место? Вы профессионал? Да вам же на вид лет 20. Вы же, наверное, только в Венер вошли. Молодой человек, что вы себе позволяете? Я на третьем курсе, меня перевели со второго, потому что я лучше всех разбиралась в делах. И вообще забавная в группе. Тупые богачи. За изгон подлите, пожалуйста, хорошо? Здорово, новенькие. Привет. Меня Малой зовут. Я самый младший здесь. Оттуда и Кликуха. Я Давид, а она Марго. Очень приятно. Мы тут знакомимся со всеми. Расскажи о себе. Да мне особо нечего рассказывать. Я из обычной семьи. Семья не знает, что я здесь состою.
А еще у меня умерла девушка. Я нашел облегчение души тут. В общем, как-то так. Классно, классно. Ладно, бывай. Давай. Я вообще-то с Джессикой должна была быть. Кем? Серьезно? Джессика? Да. Ты серьезно? Итак, начинаем собрание. Собирайтесь. Можно начинать сбор. Часть организации на задании. Ну да ладно. У нас новенькая. Можешь представиться. Всем привет. Меня зовут Марго. Я ничем не занимаюсь, никогда не работала. В тюрьме сидела за убийство. Сама из детского дома. И вообще я... Достаточно. Все, садись. Тест получишь после собрания. А сейчас по поводу нового задания. Милый, почему ты все время в телефоне? Я работаю, Крис, не отвлекай, ладно? В смысле ты работаешь? Ты же отроду никогда не работал. Тем более твой папа тебя и так во всем обеспечивает. Кристин, пойми, пожалуйста, мой папа за меня всегда не будет платить, как и я за тебя. В смысле? Это ты на что сейчас намекаешь? Чтобы я, Кристина Дюкова, дочь одного из самых влиятельных людей в Питере, сама за себя платила? Ну, если твой папа такой крутой, тогда почему за тебя везде плачу я? А в паре платит мужчина. А ты что будешь делать? Я твое украшение, Август. Я буду для тебя самой красивой и милой. Забавная у тебя позиция. Слушай, сейчас такое расскажу. Короче, помнишь, ты купил мне сумку от Dior? Ну? Так вот, у Машки такая же. Только у меня оригинал, а она свою, наверное, на опрашке купила. С чего это ты взяла? Блин, ну ты же видел Машку? Откуда у нее такие деньги? Она просто мне завидует и пытается меня копировать. Мне казалось, вы подруги. Да какие мы подруги? Ты видел ее? Я королева, а она так, слуга. Но только ты ей не говори об этом, ладно? Да я с твоими подругами не общаюсь. У меня свои дела. О, а вот и мой заказ. Кушайте на здоровье. Спасибо большое. Сейчас поедим и поедем ко мне. Ага, приятного аппетита. Спасибо. Теперь твоя задача будет намного тяжелее. Вот эта девчонка в 16:00 будет идти к себе домой. На ней будет яркая куртка, ага, и синие джинсы. Не спутаешь. Ее нужно будет усыпить и привезти сюда. Тебе все ясно? И без лишних вопросов. Все, свободен. Какая тебе разница? Свободен! Thank you.
И где ты был? Гулял. С кем? Почему я должен тебе отчитываться? Я уже не маленький. Я спрашиваю, где ты был? Ты мой сын, я должна знать, где ты был. Рассказывай. Мам, давай не сейчас. Я пойду спать. Стоять! Рассказывай немедленно, иначе я разбужу отца. Ты вечно где-то. Утром уходишь, возвращаешься поздно ночью. Ты чем-то нелегальным занимаешься? Скажи честно. Я просто работаю. Работаешь? Это что ж за работа такая, что тебя вечно нет? В ресторане. В обе смены. Что-то мало верится. Это что ж за ресторан такой? Давай-ка адрес, я завтра схожу, посмотрю. Ты проверить меня сейчас решила? Да, а что такое? Проблемы? Тайны? Да нет никаких тайн. Короче, давай не будем спорить, я пойду спать, ладно? Иди. Спокойной ночи. На тебе. Алло. Задание. Сейчас? Ладно, сейчас буду. Здрасте. А что вы тут делаете? День добрый. Я на задании. А вы? Тоже. Мы его вместе выполнять, что ли, будем? Ну, похоже на то. Вам, кстати, оно уже пришло? Нет еще. А, так может, тогда на ты перейдем? Хорошо, но это только в рамках заданий. Так, нам нужно найти мужчину и забрать у него какой-то пакет. Не забрать, а это, поменять на другой. А у вас есть пакет? Пакет-то у меня есть, мне его дал Шрам. Но вот меня посадить могут за такое, если узнают. Ну, никогда не поздно уйти. Нет, я выполню это задание. Оно очень важно для раскрытия дела. В общем, слушай план. В общем, смотри, я постараюсь его как-то отвлечь, а ты аккуратно поменяй пакет и сваливаем отсюда, хорошо? Вон он сидит. Стой здесь. Ну, просто странная ситуация произошла, хотя при этом я знаю, что у него есть деньги. Извините, пожалуйста, спасибо большое, я такая... Да, подожди, я тебе перезвоню. Да ладно, ничего страшного, хорошего дня. Прикольно бы там, да? Да уж. Давай посмотрим, что там. Я бы не стала этого делать. А, это газ. Ну, это как наркотическое вещество. Ну, точнее, как. Это обладает таким же действием, но я бы не сказала, что это нелегально. Это не зарегистрировано как официальный наркотик. Ладно, пойдем. Вик! Привет! Привет! Ой,
Как давно не виделись. Ну, рассказывай мне, как твои дела? Мне так интересно, как работа, как учеба? Ну, учеба хорошо. А вот работа... Что? В общем, я тебе все рассказать не могу, сама понимаешь, это все секретно. Да. Но познакомилась я с парнем. Зовут Август. Так, и вы мутите? Ты что, с ума сошла? Нет, конечно. Вообще он мерзкий. На самом деле он типичный папенькин сынок. Такой, знаешь, весь модный, но глупый. И мне только мешает. Ну, хотя бы красивый. Ну, так. Я тебе покажу его сейчас. Да, симпатичный. Свободен? Ну нет, конечно. Есть у него девчонка, однокурсница, по-моему. Угу. А ты ревнуешь? Я? Был бы кого к кому. Пошли в магазин, сходим. Ага, ага. Понятно все с твоим магазином. Привет, ты чё-то стоишь? Да, я по телефону привет разговаривала. Пойдем. Ну да, да, ребята, задание выполнили. Ну слушай, я не знаю. Закрыто. А, ты про новеньких? Эти двое какие-то странные, подозрительные, я бы сказал. Причувствие такое, как будто они какие-то детективы. Ломятся постоянно, смотрят по квартире, ищут что-то. Мне ребята сказали, что этот пацан смотрел на твой кабинет, будто... Хочешь туда зайти? Может их просто убрать? Как думаешь? Идея хорошая. Подожди, ко мне кто-то ломится, я перезвоню. А, это вы? Заходите. Дверь не забудьте закрыть. Вы очень плохо выполняете свою работу. Чтобы завтра все было выполнено. Есть у кого вопросы? Кроме тебя. Шрам, нам нужно более серьезное задание. Что, прости? Ну, мы же в организации, а не в детском садике. Нам нужно более серьезное задание. Ого, как мы заговорили. Хорошо, будет тебе задание. Но знай, отказываться... Нельзя. Надеюсь, так лучше? Намного. Блин, я не понимаю, зачем ты поменял задание. Чем тебя это-то не устраивало? Так помнишь, они говорили с кем-то, но они явно нам не доверяют. Ну да, ты прав. И что нам делать надо? Ну, они сказали, что нам нужно найти какой-то номер. Там какой-то чел. Но они хотят видеть его мертвым. Ты что, больной? Я на убийство не подписывалась. Ты можешь делать, что хочешь. Я в этом участвовать не собираюсь. Так, погоди, погоди. Мы не будем убивать его. Мы его усыпим. Откуда это у тебя? Ну, у меня у мамы подруга работает в больнице. Ну и когда мы были в гостях у нее, я стащил пару штучек. Это типа снотворное какое-то? Долгодействующее снотворное. Ладно, допустим, его усыпим. Но ты думаешь, они такие дураки и не поймут? Нам же конец. Ну, они пока будут понимать. Мы уже найдем убийцу. И они будут в тюрьме. Ладно, как скажешь, пошли. Пойдем. Готова? Да. Звони, если что. Угу. Ты кто? Привет. Друзья меня твои прислали. Развлечемся? Пошли, у меня есть уже одна, но вторая не помешает. Налей-ка мне водочки. Ой. Ой. Давай. Давай.
добавить в алкоголь. Но это же таблетка, он же не дурак, он все поймет. Так раскорши ее в напиток. Что-то 2 часа просто так наглаживала. Тебе надо? Нет, мне заплатили уже. Как хочешь. А я пошла. Ну что там? Ой, подожди, Кристин звонит. Как ты думаешь, что делать? Ответь, нет. Это девушка твоя? Ну да. Ну ответь. Ай, ладно, перезвоню. Что там? В общем, я его усыпила. Что дальше-то делать? Сейчас посмотрю. Он говорит, фотку тела надо. Сам иди. Ладно. Он сказал, можно идти. Пойдем. Пошли. Подожди, Кристине позвоню. Угу. Алло, ты звонила? Привет. Приедешь ко мне сегодня? У меня никого нет дома. Блин, Крис, я очень устал. Хочу просто поесть, поспать и все. А, ну так у меня поешь и отоспишься. Прости, пожалуйста, но я правда очень хочу домой. Чем ты там занимаешься? У тебя другая, что ли? Кристин, не начинай. Ты же знаешь, я только тебя одну люблю. Я для нас деньги зарабатываю. Для нашего будущего. Зай, а ты купишь мне что-нибудь с первой зарплаты? Я даже на тебя не буду обижаться и не расстроюсь, что ты променял меня на работу. Да, куплю. Ну вот и отлично. Договорились. Споки-ноки. И тебе. Наташ, ну ты же знаешь, я не могу рассказать все подробности дела. Нет, вот когда закрою его, и все тебе, да. Нет, я никого себе не нашла. Полно мужиков вокруг, не останусь я одна. Ну не напарник он мне, это так просто чел, зовут Август. Я тебе его показывала. Или ты что, соскучилась? Можешь найти у меня его в друзьях и полюбоваться. Да ничего она себе не представляет, но обычный богатенький папенький сынок, вот и все. Слушай, я уже... Хватай ее, давай, заткни ее, блин, заткни глотку, ебать, давай, заткни. Ты какого хрена? Дверь открой, кукил, блин, сейчас же увидят. Заткнись, все, погнал, давай, поехали. Быстрее, тупой баран. Thank you.
Привет. Ты меня не знаешь, но знаешь Вику. Так вот, мы говорили с ней по телефону, она подошла к дому, сказала, что сейчас достанет ключи и ответит. Но потом она перестала отвечать. Я слышала мужские голоса, которые сказали в машину ее, и все, и больше она на связь не выходила. Я думаю, ее похитили. Привет. Как ее найти? Я не знаю, правда. Может быть, ты знаешь, есть ли у нее враги? Да вроде нет. И про дело, которое она ведет, она не рассказывала. Да у нее и друзей-то немного. Я не знаю, чем помочь. Ты уверена, что у нее нет недоброжелателей? Без данных я не смогу ничего найти. Есть один странный тип. Но я даже не знаю. Кто? Эдуард. Это ее бывший. Тот еще тип. Когда она от него ушла, он искал ее, хотел вернуть. Но она переехала, сменила номер. И он даже мне звонил, угрожал. Но это лишь слова. Поэтому я ничего о ней не сказала. Дай мне его адрес. Я поеду к нему в гости. Хорошо. Он живет на корабле строителей 33. О, сынок, ты куда это собрался-то на ночь глядя? Да мне пора бежать уже, я пошел. Куда бежать? Опять по клубам, что ли? Да каким клубам? Я говорю, по делам надо сходить. Пап, я пошел. Да стой, короче, расскажи нормально, пока не расскажешь, я тебя не отпущу никуда. Ну там Жень задали работу, короче, этот, вот, вчера. В общем, я пошел, он меня уже ждет. Стоять? Я же знаю, ты меня впариваешь опять. Короче, ладно, дуй. Если обманешь, убью нахрен тебя. Ладно, все, я понял. Стой, 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 куда поскакал раздетый? Куртку-то одень. И мост включи. Дверью он хлопнул, гаденыш. Как же ты кричишь, аж голова разболелась. Ты помолчишь немножко, а то мне придется засунуть кляп обратно тебе в рот. Ты меня поняла? Ну и хорошо. Должен это сделать. А знаешь, ты же меня бросила. А я тебя искал. Да. Позвонил тебе, а ты мне даже не отвечала. Знаешь, мне даже пришлось позвонить этой твоей тупой курице, как ее там... Наташа. И знаешь, что примечательно? Она ничего мне не сказала. Но я сделал проще. Я просто взял и подкараулил тебя около университета. Я должен это сделать. Что тебе от меня надо? Да в принципе ничего. Я хочу заставить тебя страдать точно так же, как ты заставила страдать меня. Больно тебе? Больно? А знаешь, как мне было больно? Ну это ничего. Я сделаю проще. Я просто возьму и убью тебя. Точно так же, как ты убила меня изнутри. Отпусти, иначе я выстрелю. Опа-на. А кто это у нас тут такой смелый нарисовался? Хотя мне фиолетово. Сделаешь хотя бы одно резкое движение, оно умрет. Да в тебе смелости не хватит.
Думаешь? Ты как? Нормально. Как ты меня нашел? Подруга адрес кинула. Как ты понял, что это именно он меня похитил? Она сказала, что кроме него у тебя врагов больше нет. Да и если хочешь, можем забыть этот момент. Нет-нет, то есть да, то есть неважно. Что делать с трупом? Закопаем, наверное. Ты убил его, а я, получается, соучастница. А если меня загребут? Я всю вину на себя возьму. Подожди меня в машине, ладно? Это была самая ужасная ночь в моей жизни. Я тоже так думаю. Слушай, давай я, наверное, тебя к подруге отвезу. Тебе там будет безопаснее. Нет, я хочу домой. Отвези меня, пожалуйста, домой. Ладно. Слушай, а можно один вопрос? Зачем тебе все это? Ты рискуешь работой, собой в этой секте. Для чего? Ради Тохи? Я не хочу об этом разговаривать. Прости. Ладно. Вика. У меня есть сестра младшая, Камила. 4 года назад она ушла из дома и не вернулась. А месяц назад я увидела девушку в магазине. Она была очень похожа на нее. Но лица я не увидела. Она была в капюшоне. Я решила проследить за ней и шла до квартиры секты. Потом убийство твоего друга. При обыске нашли блокнот, в нем была только одна запись.
перечеркнутый Пацифик. Ага, моя сестра в последнее время только его рисовала. Я сразу же поняла, что эти события связаны. А Пацифик — это что такое? Это знак мира, созданный для британского движения за ядерное разоружение. Твоя сестра сама ушла из дома? Нет. Мне кажется, ее зомбировали. Но это точно была она. Я знаю, как она выглядит. Это была она! Я понимаю, Вик. Успокойся, ладно? Я обещаю тебе, мы найдем ее. Хорошо? Слушай, я, наверное, домой пойду. Уже поздно. Если хочешь, можешь у меня переночевать. Да, прости, но я, наверное, не говорю, что у меня девушка есть. Нет, это ты прости за тот поцелуй. Я знала, что у тебя кто-то есть, и все равно это сделала. Ладно, давай. Слушай, а твое предложение еще в силе? Да, заходи. Ты голоден? Нет. Скажи мне, где лечь. В комнату проходи, я сейчас приду. Хорошо. Окей. Уютненько тут у тебя. Спасибо. А где мне лечь? С этим проблема. На полу я тебе стелить не хочу. Спи на моей кровати, я сама на пол лягу. Да, так это как-то странно, что хозяйка на полу спит. Может быть, вместе как-то поместимся? Но если твоя девушка против не будет... Да она не узнает. Папин сынок, который ни на что не способен, кроме как тратить деньги. Но сегодня ты меня спас. Спасибо тебе. А я думал, что ты тупой следователь, который умеет только вопросы задавать. Но нет, ты классная. Ты мне нравишься. А как же твоя девушка? Кристина, она глупая. Я думаю, что она со мной только из-за денег. Да и вообще, я, наверное, расстанусь с ней, когда мы закончим дело. А я? Ты другая, ты умная, ты красивая, образованная, ты умеешь любить. Я даже думаю, что я начинаю влюбляться в тебя. Thank you.
Алло, да, пап, привет. Ну и где ты всю ночь был? А, так мы с Женей проект долго делали. Предложил ты у себя остаться. Почему меня не предупредил? Алло. Пап, извини, я сейчас на паре. Давай чуть позже перезвоню, ладно? Хорошо, чтобы вечером был дома. Папа? Да. Да он, я ему вчера соврал, что это... Проект у друга делаю. Понятно. Завтракать будешь? Не откажусь. Кстати, я хотел сегодня пораньше поехать в штаб. Не хочешь со мной? Зачем? Ну, Мулике может найти какие-нибудь. Хорошо, но сначала завтрак. Хорошо. В общем, Камила спряталась в шкафу, а когда мама вернулась с работы, я решила подыграть и сказала, что она убежала на улицу. А-а-а. Мама долго ее потом искала, а сестра хихикала, сидела. Но потом выпрыгнула, смеха было. Мы уже подходим к нашему, так сказать, новому mm-hmm. дому. Ты помнишь план? Приветик. Привет. Ты что тут делаешь? А у меня тут подружка у тебя. Это кто? Это Виктория Олеговна, она расследует дело по убийству Антона. Да, и как? Я не имею права это рассказывать. Ясно, а так и чем в итоге ты с ней тут занимаешься? Ну, она расспрашивает меня про Антона. Ясно. Так, мне уже пора идти. Вам в какую сторону? Нам прямо, а тебе? Мне, к сожалению, в другую. Ладно, я побежала. Ладно. Ну, пока. Давай. Ты прости меня за Кристину, она просто глупая. Да не переживай, я сейчас о другом думаю. О чем же? А тебя не смущает, что она оказалась здесь в это время и... Ну, наверное, она просто ревнует и следила за мной. Ну, блин, это странно. Город очень большой, и если она сказала, что подруга живет в той стороне... Ага. Почему она была тут, если она доехала на машине? Почему нет адреса сразу же? Да я не знаю, я же говорю, она просто ревнует, наверное. Ну, может, не знаю. Эй, есть тут кто? А тебя не смущает, что дверь была открыта? Странно. Вы что здесь забыли? До собрания еще рано. Мы это, коктейли пришли попить перед собранием. Ладно, идите, только тихо и ничего не трогайте. Привет. А, привет. Новенькие.
Ну как, новенький, мы уже месяц здесь. А чё так рано пришли? Да мы коктейли решили попить. Угу. Ну давайте тогда знакомиться. Давайте. Это Бородач, меня зовут Фиолетовая, он мой парень. Я Давид, это Марго. А вы как вообще здесь оказались? Предки начали пить и бить меня. И я сбежала от них и попала сюда. А я из детдома. Я тебя понимаю. Я тоже из детдома. А он по стопам родителей пошел. Угу. Ну что, не будем мешать. Пойдем? Угу. Ты нашла что-нибудь? Нет. А ты? Нет. А там шкаф был. Пойдем посмотрим. Пошли, конечно. Опа. Кассета. На в сумку себе положи ее. Все, пойдем. Откуда у тебя это старье? А ты про видеомагнитофон? Да, он действительно древний. Да это мне от деда досталось, наверное. Вообще им не пользовалась. Кстати, а вот всегда хотел спросить. Ты пробовала эти коктейли наши, а? Нет, конечно. Почему? Они довольно-таки вкусные. Помнишь подругу мою Наташу, ну, с которой ты разговаривал? Ну, да, вроде. Ну вот она химик. Я взяла этот коктейль и отдала ей на экспертизу. Она узнала его состав. Там содержится семидегон, это такое вещество, которое мозг отупляет, и люди делают все, что им скажут. Угу. Тебе было плохо после этих коктейлей? Да. Ну вот это семидегон. Вообще, на самом деле, он действует как наркотик и даже вызывает привыкание, поэтому они все на этих коктейлях и сидят. О, включилась. Привет, это мой видеодневник. Я уже 4 года как состою в секте Ассасин Дель Мунда. Я перестала пить коктейли и начала приходить в себя. Не знаю, что в них такое, но люди после них делают все, что скажет Шрам. Он постоянно давал нам какие-то задания, но я не понимала, зачем. Вчера я подслушала разговор Шрама, и он сказал, что они хотят продавать эти коктейли, чтобы больше людей приходило к ним в секту. Они постоянно кого-то убивают, что-то забирают, шантажируют, крадут. Мне очень страшно. Я хотела уйти оттуда, но не угрожали мне. У меня есть любящая семья, у меня есть сестра Вика. Я очень ее люблю. Я очень по ней скучаю. Они затащили меня туда обманом, сказали, что так будет лучше, что так я смогу помочь себе и своей семье. Но все оказалось не так просто. Я сбежала от них и спряталась на съемной квартире. Но я боюсь. Я хочу домой. Открывай. Это они, они нашли меня. Ты здесь. Надеюсь, это видео попадет к моей сестре, ведь я знаю, что она следила за мной. Я очень люблю тебя, Ви. Да, босс, я все сделала. Она мертва. Они убили ее! Может, воды тебе принести?
Я обещаю тебе, мы найдем тех, кто ее убил, правда. Я тебе отвечаю. Все, тише. Давай воды сейчас принесу, ладно? Наконец-то вы пришли. Садитесь. Итак, на задания пойдут сегодня новенькие. Второе за день? Это еще почему? Так нечестно. Потому что Амадео так решил. Держите ваше задание. Я тоже хочу задание. Мне плевать, что ты хочешь. У нас с тобой другое дело. А на задания идут только новенькие. И ты в их число не входишь. А вы двое можете идти на задание, на листе все написано. Быстро! Бегом, я сказал! Проследи за ними, чтобы они ушли. Ты с нами? Нет, мне приказали проследить, чтобы вы ушли. Зачем? Я не знаю, ребят, но вам лучше быстрее уйти. Они ушли? Да. Ну что, идем выполнять задание? Тебе не интересно, что там? Интересно, но... Да кто из нас следователь? Я или ты? Давай спрячемся и проверим. Это их босс. Ты уверен? Но ты же сама слышала их разговор. Я думаю, надо вернуться в квартиру. Что ты там хочешь найти? Ну, помнишь ту тайную комнату? Ты думаешь, это ее кабинет? Ну, единственный способ это проверить, это зайти внутрь. У меня идея. Пошли. Ты выполнил задание? Шрам. Не вышло. Что не вышло? Я не знаю, как это получилось, еще камера спалила. Какая нахрен камера? Ты совсем идиот! Я не виноват! Алло. Шрам, у нас проблемы. Давид сбежал, он сказал, что заложил бомбу в офисе. Толкнул меня и убежал, его надо срочно догнать. Вообще уходите оттуда, пожалуйста, скорее уходите! Да вы что, угораете надо мной? Здесь бомба, бегом отсюда! Бегом! Бегом, я сказал! Вышли через черный ход. Где это, мразь? Я не знаю, он туда побежал. Нашел что-нибудь? Нет еще. Вообще была плохая идея приехать сейчас. Нужно было ехать ночью. У меня такое ощущение, что они скоро вернутся. Подожди. Я кое-что нашел. Тут что-то про Антоху и про его дела. И что-то ниже.
Что ниже читай. Сегодня я убила его, впервые в жизни дала приказ убить человека. Трудно было обманывать этого богатого придурка и смотреть ему в глаза, когда он рассказывал о смерти друга. Но это уже не важно, он ни о чем не узнает. Самое главное, что объект ликвидирован, и нам ничего не угрожает. Покойся с миром, Антон. Ты был тем еще козлом. Кажется, Кристина убила Антона. Похоже на то. Мне очень жаль, Август. Как она могла? А я тебе сейчас объясню, любимый. Это я убила твоего друга. Зачем ты это сделала? Ты все это время реально думал, что я такая тупая, да и использовала тебя, и притворялась тупой амебой, просто манипулировала тобой. В итоге кто-то доказал, что он тупой, только ты. То есть ты была той самой Амадео? Как Тоха оказался здесь? Успокойся, я тебе сейчас все расскажу. Мы с твоим Тохой изначально обманывали тебя. Нам нужны были только твои деньги для нашей организации. А ты была лишь пешкой в этой ситуации. И вообще мы любили друг друга. Нет, нет, не может быть такого. А потом? Потом я просто убила его, потому что он покушался на мое место. Хотел стать Амадео. Так что все это время, как тебе казалось, твой лучший друг обманывал тебя. И он был против тебя, как и я. Ах ты, сука! Потише! У меня пистолет. И не забывай, что та Кристина Амеба был лишь образ, и я не побоюсь выстрелить. Да ты просто чудовище, ты понимаешь? Ты думал, я не знала, что ты сюда приходишь? Я следила за тобой, но, признаюсь, твоя сопливая подружка оказалась гораздо умнее, чем я думала. Что ж, вы добровольно выбрали смерть. Настало время уснуть навсегда. Ой, что-то я заболталась. Так кого же из вас выбрать? Давай тебя, вы теперь же у нас пара. Черт, закончились патроны. Ну давай, стреляй, наш герой, защити ее. Август, не будь как она, мы накажем ее, я тебе обещаю. О, признайся, она не такая тупая, как я думала, ну давай, стреляй. Нет, Август, не делай этого, мы ее посадим, мы ее отомстим, я тебе обещаю. Сюда! Быстрее, быстрее, быстрее! Давай, стреляй в них! С вами все в порядке? Да, но нам нужно срочно бежать. Мы не можем, они могут пробить нам колеса. Да подожди, у них по-любому патронов мало. Звони в полицию, нам уже здесь не вариант сидеть. Черт. Алло, Дмитрий Виктория Олеговна. Срочно полицию, в Европейский 18, корпус 2. Перестрелка, нас здесь двое. Сколько, 30 минут? Мы не сможем столько ждать. Можно скорее, нас перестреляют всех здесь уже. Дай сюда. Что? Из нас двоих у меня разрешение на оружие, а не у тебя. Патроны. Я не должен ее упустить. Стой, ты что, с ума сошел? Жить надоело, что ли? Все, едем. Езжай, Катя, быстрее.
уезжают. Стой! Вик, я не могу понять, как они, как Тоха и вот, и Кристина могли за моей спиной все это делать. Как, я не понимаю. Август, пожалуйста, успокойся, я понимаю, что... Да что успокойся, они же, он же мой лучший друг. И она, как я не могу понять. Ну, подожди, ну это... А помнишь, какие задания они давали нам? Убей Куради. Что это вообще было? Ну, ты правда во все это веришь? Ты же сам мне говорил еще тогда в полицейском участке, что Антон для тебя как брат, что ты ради него готов на все. И ты серьезно можешь предположить, что это правда? И ты веришь всему, что сказала Кристина? Мне кажется, она все специально это придумала, чтобы просто рассеять твой гнев и свалить всю вину на твоего друга. Да, ты права. Антоха не мог этого сделать. Не надо было ее слушать. Я очень тебя прошу успокоиться. Дело еще не закончено. Мы должны им отомстить. Мои коллеги уже работают на штаб-квартире секты и во всех местах, где мы пересекались. Их скоро найдут. А Кристину уже нашли? Нет, еще нет. Слушай, Вик, я очень рад, что мы с тобой познакомились. Я тоже очень рада. Я не знаю, что я без тебя делала. Подожди, кто-то звонит. Мама? Алло, мам. Алло. Где тебя носит? Ты время видел? Папа очень недоволен твоими постоянными гуляниями. Нет, я не гуляю, мам. Ты опять этой Кристиной своей, что ли, ночуешь? Послушай, сынок, я понимаю, это твоя жизнь, но мы с Кристиной слишком разные люди. Мне кажется, вам лучше с ней. Я не с Кристиной. У меня другие трудности. Я тебе позже расскажу. Да и вообще, Кристины больше в моей жизни нет. Можешь не беспокоиться. Нас точно здесь не найдут? Нет, не найдут. Очень на это надеюсь. Так что там с новыми документами? Рома сказал, что в течение 5 дней они будут готовы. Хорошо, что если нас поймают вместе с ними? У нас точно все хорошо? Может, хватит об этом? Может, объяснишь мне, что это было? Я не поняла. Почему ты мне не дала убить сразу этого Давида или Августа? Как там его зовут? Я же тебе сказала, потому что он был нашим финансированием. Тогда нужно было сразу выкачать из него все деньги, а не спать с ним на протяжении нескольких лет! Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю! Ты могла его убить, теперь объясни мне, почему ты не могла его убить так же, как его кореша! Я же сказала, потому что... Потому что ты до сих пор его любишь! Я знаю, ты до сих пор его любишь! Поэтому ты не хотела отправить его на тот свет! Но, малыш, прошу тебя, не надо. У нас и так сейчас сложная ситуация. Я же тебя люблю. Целовал ты его так же? Не расстраивай меня. Я же тебя выбрала. Да я готова на любые поступки ради тебя. Значит, надо было сразу убить Августа. Хочешь убийства? Да я тебе сейчас покажу его. Слушай, что нам делать? Понимаешь, мы уже... Что нас поймают, нас посадят в тюрьму, понимаешь? Тихо, успокойся. Что делать? Слушай, все хорошо. Ах ты, тварь! Ну вот. Это жертвоприношение было для тебя, любимый. Я тебя люблю. Ты совсем тупая? Зачем ты убила наших людей? Как зачем? Ты же просил убийства, вот я это и сделала. Я хотел, чтобы ты убила Августа, а не наших людей. Половина из нас и так уже в полиции.
Что теперь делать? Что за глупости ты несешь? Ты, кстати, не рассказала, в чем твой план? Почему для нас с тобой готовят документы, а для ребят нет? И что мы будем делать в Казахстане? Какова наша миссия? Неужели ты не понимаешь? Нас рассекретили, организации больше нет. Мы просто уедем жить в Казахстан со всеми нашими деньгами. Знаешь, сколько я скопила денег от этого придурка? Там хватит до целой смерти. Ах ты мразь. То есть при первой же сложности ты готова свалить отсюда, да? Нет, ты реально придуриваешься? Ты реально верил в то, что вся эта херня была правдивой? Да я использовала этих недоумков только ради денег. Все эти задания и... Да ты просто предатель! Пошла вон, я своих ребят не брошу! Да ты что? Пошла вон, быстро! Да ты совсем ебался со своей организацией, Шрам! Пошла вон! Хорошо. Позвонишь, когда придешь в себя. О, привет. Наконец-то ты пришел. Где ты был? А и кто эта девушка? Мам, это моя новая девушка Вика. Привет. Здравствуйте. Вот это новости. И может, ты уже расскажешь, что произошло? Ну, я думаю, пора бы уже все рассказать. Пойдем. Да, мне эти документы нужны прямо сейчас. Ты не понимаешь, меня могут задержать в любой момент. Мне нужно покинуть эту страну. Нет, меня такое не устраивает. Что теперь делать? Все из-за этого Августа. Ну ничего, он ответит за это. Сейчас мы переживаем очень нелегкое время. На нас напали власти и пытаются нас поймать. Амадео больше нет в нашей организации. И теперь вместо нее буду я. Попрошу вас, точнее приказываю вам, не выходить из подвала, пока я не разрешу. Это ясно? И не сидите своими мобилами. На этом все, собрание закончено. Расходимся. Руки убери. Шрам, можно тебя на пару слов? Да. Я просто хотела сказать тебе то, что я тобой восхищаюсь и всегда восхищалась. Даже когда Мадео покинул нас, ты всегда был рядом, не бросал нас. Спасибо тебе. Да не за что. Возвращайся к ребятам. Стой, подожди, это еще не все. И хотела еще сказать то, что... Ты всегда заставлял мое сердце биться чаще, и это, ну, не из-за того, что я боялась твоей строгости, дело в другом. А я просто, ты, ну, всегда считала тебя мужчиной своей мечты и хотела бы быть с тобой, и всегда буду рядом. Я люблю тебя. Да, прости, конечно, но сейчас совсем не до этого. Возвращайся к ребятам. Все-таки правильным было решение рассказать маме всю правду. Ну да. Она вообще особо Кристину недолюбливала. Ты слышала, как она обрадовалась? Да. Кстати, а где мама? Обещала через 5 минут зайти, а уже 20 прошло. Пойдем проверим. О, а вот и вы. А мы вас заждались. Что ты делаешь? Отпусти мою! Стоять! Если ты дашь мне то, что я хочу, я отпущу ее. Что тебе нужно? Мне нужны 3 миллиона рублей наликом, сейчас же. Я к
оказывается, что эта идиотка Кристина была здесь только ради денег, ради своего богатства. Сейчас ребята ждут от меня поручений, а я даже не знаю, что мне им сказать. И прикинь, чё? Чё татушка призналась мне в любви? Я вообще без понятия, что мне делать. Я вообще даже не думал о том, что она может в меня влюбиться. Чё это Кристина? Ладно, я на связи, давай. Деньги будут через 2 часа. Хорошо, мы подождем. Только не вздумайте никуда отходить и говорить с кем-то, ясно? Я не понимаю, зачем тебе все это надо? Зачем ты убила Антоху, похитила мою сестру? Зачем все эти грехи? Все очень просто. Мне нужны были деньги. Я получала заказы и отправляла на них этих тупиц из организации. Вот и все. Я выдавала им их любимые коктейли, и все были довольны. Как-то так. Зачем ты пригла сюда Антона? Он не мог это сделать. Я тебе не верю. Да, он, конечно, вступил в организацию точно так же, как ты, как агент, а потом хотел нас всех сдать, поэтому я и убила его. Ты посмела обидеть Августа? Изменяешь ему, спишь со шрамом и думаешь, что тебе за это ничего не будет? Здесь все доказательства в твою контору. Завтра же я пойду в полицию и все сдам. Нет, Антон, ты не посмеешь этого сделать. Я тебе не позволю. Не трогай. Хорошо. Алло, есть дело. Через час Антон будет у себя дома. Надо его убрать и забрать кое-что. Только так, чтобы никто об этом не узнал. Понятно? Ну ты мразь. Я ж все это время с тобой был. Да. А сестра моя тебе зачем понадобилась? Почему вы похитили мою Камилу? Я не знаю, кто такая Камила. Мы много кого похищали. Кто-то умер сам или был убит нами. Опять же, чтобы они ничего не растрепали. Вот так. Сука. Адриля, мы тебе сейчас зачем? Все очень просто. Я буду кайфовать за границей и буду жить припеваючи. У меня столько денег уже накопилось, которые я выкачивала из Августа за все эти годы. Татушка? Не отвечай, или иначе я убью твою маму. Но она не позвонила бы просто так. Не отвечай, сказала. Убери телефон. Мне кто-нибудь объяснит в этом доме, что за бардак здесь происходит? Алло, Август, если я скажу тебе, где мы скрываемся сейчас, меня помилуют? Угу. Ты уверена, что это здесь? Татушка же сказала. Стой, Август! Где шрам? Второй поворот что направо. Что за х**ня? Стой, подожди, он пришел с миром. Стоять, это полиция! Сейчас все выходим медленным шагом. Если вы сдадитесь добровольно, суд будет вам гуманнее. Выходим! Я вам сказал, приходите сюда, не надо возвращаться домой, нас спалили! Возвращайся сюда, все ясно! Что ты здесь делаешь? Я пришел убить тебя и отомстить за всех, кому ты причинил боль! Ради такого сопляка? Она изменяла мне и уничтожила всю организацию! В смысле изменяла? Прямо, пока ты бегал с этой вихрой, я трахал Кристину! Ты мне можешь объяснить, что происходит? Выходите, ребят, быстрее, понятно. Пожалуйста. Да что происходит? Все хорошо, вас не посадят. Выходите, пожалуйста. Так, татушка, будь здесь, я Аркан. И сейчас ты умрешь!
Это тебе за сестру. Это тебе за Антона. А это тебе за всех тех, кому ты испортил жизнь, втянув в свою сетку. Я так боялась, что с тобой что-то случится. Я боялась, что тебе навредить могут. Я тоже очень рад тебя видеть. Шрам! Что здесь произошло? Господи, вот... Да успокойся ты! Я стреляла в безопасные пойдем, места. Пойдем. Через месяц поправится. Как она? Да, все нормально. Надо сказать врачам, чтобы забрали его. Пойдем. Грустно, что все так получилось. Твоя сестра умерла, и в Кристине я разочаровался. Я не могу понять, как люди могут жить с той мыслью, что их близкого человека больше нет. Я вот, например, до сих пор хочу позвонить Антохе, рассказать ему все. А его нет. Я тебя понимаю. Но, к сожалению, эти события из памяти мы уже стереть никогда не сможем. Эти события навсегда останутся в нашей голове. Знаешь, пройдя через все несчастья и боль, мы получили награду. Какую? Если бы не смерть твоего друга, не пропажа моей сестры, секта, Кристина, мы бы никогда не узнали, кто убийца. Мы бы никогда не узнали друг друга. Да, мы потеряли очень близких, дорогих нам людей. Но мы восстановили справедливость. Кристина и Шрам сидят в тюрьме. Ребята из секты начали новую жизнь и даже помогли найти тело сестры. Знаешь, мне стало немного легче. Ты у меня такая умница. Я с тобой невероятно счастлив. Я с тобой тоже. Мои хорошие, я так рада, что вы вместе. Бекусь, скажу честно, я всегда мечтала о такой девушке, как ты, для своего сына. Будьте всегда вместе. Спасибо. Очень приятно от вас это слышать. Август. Да, пап? Я хочу, чтобы ты знал, сын. Ты раньше занимался всякой хинеей. Позорил меня почем зря. А сейчас ты реально вырос в моих глазах. Серьезно вырос. Отомстил за лучшего друга. Разобрался с шайкой по выманиванию денег. Нашел свою любовь. Достойную, наконец. Любовь. Настоящую. Я горжусь тобой, сын. Я тебя тоже, пап, люблю. Мои любимые. Я так счастлива, что вы помирились. Бекусь, иди к нам. Ты же теперь часть нашей семьи. Сынуля, про учебу не забывай. Хорошо. Ой, ну, уже, наверное, курочка готова. Пошли руки мыть. Пойдем. Try to give me all the clues, hoping I would see the truth. Didn't know it, didn't know till we parted. Couldn't see the signs until you had enough and said goodbye. Wish I could go back to where we started. Wish that but a fool then. Know that I was stupid, Louis.
us and what we were. Started out the perfect way, stayed in bed for rainy days. Didn't know it, had everything I needed. But when I think of all the times that got it wrong and let you down. Didn't know it, but what we had was perfect.